Всем, кто будет смотреть на Ютубе, всем привет. Здравствуйте, ребята. У нас Alan Wake 2. Первую часть я так и не прошел, потому что она мне не очень понравилась, откровенно говоря. А вот эта часть, говорят, очень даже интересная. Разработчик Remedy, насколько я понимаю, знаю. И издатель у нас Epic Games. Они же разрабатывали Quantum Break и Max Payne. В общем, есть у них послужной список. Поехали. Back to the beginning. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Это что за Вудман? Разработчики говорят, что это прямое продолжение первой части, то есть Alan Wake. Но если вы ее не смотрели, либо не играли в нее, это абсолютно не имеет никакого значения, потому что можно спокойно играть, просто начинать даже сразу со второй части. В первой части сам главный герой, Alan, насколько я помню, он... Он попал в конце, то есть он остался во тьме. И здесь вроде бы как мы должны будем играть то за него, то за какую-то девушку. Но пока я вообще не понимаю, за какого-то толстого, волосатого, грязного мужчину. Кто он такой, пока вообще непонятно. Пожалуйста, говорит. Вы меня слышите? Что это с ним, говорит? Ой, Малиночка, привет-привет. Как тебе нравится попка мужчины? Смотри, какая. Ай, какая. Ну, красивый, волосатый, толстый. Ё-моё, ты чё, шутишь, что ли? Глазоньки, кого я видел? Донни старина, неужели это ты? 3000 чертей поросячий хвостик. Да, и 10 тысяч лет. Привет, Олежка, привет, дорогой. Рад тебя видеть. Спасибо тебе огромнейшее за поддержку. Я пока болел, представляешь, мне тут даже этот... Не партнерку, как она? Короче, дали какое-то достижение в этом... в Твиче. Не партнер, как-то она там по-другому называется, в общем... Компаньон, вот. Теперь снизу у вас уже появилась такая штука, как вот видишь, Дон Коины. Донни Коины, это бывший мой логотип канала. И теперь, если что, можете копить какие-то на просмотре, можете копить эти
поинты всякие, донкоины, и потом тратить их там, смотреть, вот что можно там выбрать. Но это пока. Дальше я там буду уже смотреть, разбираться. А то я пока был больной, мне было не до того, чтобы там прям конкретно все это настроить и разобрать. В общем, будем потихонечку улучшать, и интереснее все будет. Привет, еще раз спасибо. Холидей, привет-привет. Пошел контент, да, пошел контент. Поехали. Тут меня сразу в жар кинуло. От такого красивого попа. Такого страшного оленя, который тут пробежал. Я еще убегать сейчас буду? А если у меня заусеницы какие-то? Одежу бы какую? Это еще кто такой? О, фак, говорит. А мне сюда, да? Да, мне сюда. Это хоррор? Ну, это такой, знаешь, как бы и шутер, и хоррор, тут все вместе. То есть это не из тех хорроров, в которых ты просто бродишь, инди какие-то. То есть тут я и стрелять должен буду, и фонариком светить, и вроде бы все будет очень интересно. Попробуем сюда пройти. Не получится, да? Надо обходить. Так, подожди, мне это не нравится. Мне кажется, я уже должен... Оу! Блин! В смысле? Что? А, это культ. Жалко Голожопова вообще. Hey, интересное начало. Если вам понравится, будем проходить полностью. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's... Вам надо читать субтитры или вы сами справляетесь? I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. Есть просто люди, которые не любят, когда озвучивают. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will.
Bye, kiddo. По графике вроде все симпатично, да? Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. Макс Пейн, да. Тут есть переплетение между вот этими играми, между историями. Alan Wake, Max Payne. Это же разработчики Remedy, которые создавали и Max Payne, и Alan Wake, и Quantum Break, и Control. Помните Control? Я в нее особо не играл, но слышал там типа про девчонку тоже там со всякими способностями была. Мы должны были встретиться, да, мы должны были встретиться. Сейчас я, наверное, буду управлять... Да, я за девчонку, за эту, за женщину. ФБР. Приглашение. На карте показаны важные места поблизости. Озеро... Карта. Важные места поблизости. Что у нас за важные места? У нас пока... Ну, типа, парковка, все пока не отмечено, просто мы знаем, где мы находимся, это хорошо, вот это мне нравится. На Е у нас фонарик. Инвентаря пока нет. Актера зовут, который ему дал лицо, Сэм Лейк. Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson, I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Federal agents right here, Thornton. My partner Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some, organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. В дырку ныряете, да? Fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed. С прищепкой на носу? Обыгазди, да ки опять ки все сталь доя, проходите в дырку. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Вы можете пользоваться доску зацепок. Понял. Обитель разума.
building the mine place again for each case, using each field office as a model in my. Ничего себе. То есть она под каждый под каждое какое-то дело создает у себя в башке целую комнату. То есть нажал таб, и, судя по всему, будешь оказываться вот здесь. Да? Доска зацепок. Все, что нам известно о предыдущих убийствах, стоит еще раз их изучить. Доска зацепок — это ментальная методика, которая помогает Саге изучать улики, делать выводы по ходу расследования. Так, используй для приближения. Хорошо, я понял. Курсор перемещать. Убийство на озере Колдрон. Вот это как раз про этого толстячка, да, у нас было? Метод убийства. Деталь убийства различается. Единственное, что объединяет трупы, вздутие, но причины смерти разные. В данном случае травма грудной клетки. Да, это вот у этого. А, портрет убийцы. Что-то какой-то портретик не особо. Татуировки на теле. Жертвы не обладают схожими особенностями. Травма грудной клетки напоминает разделку туши мясником. Ну, то есть им пофигу вообще кого. Им главное сам ритуал, судя по всему. Грудинку вытащить. Все жертвы пропали без вести в 2010 году. Больше ничего общего. Стоматолог. Колотые раны, вздутие, синяки. Учительница. Тело раздуто, опять же. Обширная рана грудной клетки. И хозяин магазина, синяки, сердце удалено. Странные татуировки. Это из этих, что ли? Которые как ливерку любят. Ура, Тони вернулся. Алиночка, привет-привет. Да. Вроде бы как. Слушайте, мне пока нравится. И управление вроде бы неплохое. И по графике довольно-таки приятное. Посмотрим, как это будет дальше. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it. We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. А, смотрите, то есть если... То есть я вот так вот раз пошел сюда и гуляю здесь, да? Но если какие-то враги будут рядом, то это не будет считаться паузой. Я не смогу ливать так от них. Типа, знаешь, оп, раз, сочканул. Это все продолжается здесь внутри. Будем это иметь в виду. Я уже подумал, знаешь, там типа вражина бежит, оп, такой шик, ливнул сюда. Ха! Я нормально себе тут чик-чирики в домике. Ага, сейчас. Слушай, интересная механика. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? За второго персонажа дадут сыграть? А, насчет Макса Пейна нет, по-моему, а насчет главного героя прошлой части, Алана Вейка, да. Он сейчас находится в потустороннем мире, в мире тьмы, там что-то в этом духе. То есть мы будем как за нее, так и за Алана играть. За Макса, по-моему, нет. Не худшее место, чтобы стать жертвой. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Hey! Че ты орешь? Deputy Thornton. Помощник шерифа Торнтон, полагаю. That's me. Ага, я. Алло. Ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on. Тело, говорит, за магазином. Пойдем покажу. Погоди, а можно в сам магазин зайти? Да, можно. Ну, играли в карты, понятно, да?
На денежку причем. Судя по всему, ставки. Ладно, пойдем к нему сходим. Может быть, потом сюда надо будет зайти. Может, они сами скажут, зайдите сюда. Вот место преступления. Бедолага, он до сих пор тут лежит. Thanks, deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay. Let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Вы открыли первое изображение, поместите его на доску зацепок в обители разума. Стоило нам приехать в город, так обнаружилось еще одно тело. Совпадение. Место убийства озера. Еще одно дело было, тело было найдено в лесу неподалеку от Bright Falls. Просто отлично. Нужно выяснить, связано ли это преступление с убийством, которое мы расследуем. Ну слушай, ну понятно, что связано. Он же... У него также грудинку-то вырезали. Да что у меня с ухом? Че оно чешется? Что такое там? Кто мне в ухо хочет дать? После добавления нового изображения появится новый вопрос. Совпадает задачи на доске зацепок можно посмотреть в целях Ctrl. Рассматривайте доску зацепок дальше или нажмите Escape дальше. А, у меня здесь, я понял. Тут у меня ничего нет. Больше. Давай дальше посмотрим, что тут еще есть. Грудинка, да? Вы можете обыскать тело, чтобы собрать улики. Убийца оставил сердце рядом с телом. Жертву связали ремнями на запястьях ремнями. Колотая рана, грудь скрыта, сердце удалено. Погоди, они его даже не забрали, получается? Оно им не особо надо было? Так выходит. Так, а как мне фотографии туда поставить? Что? Как его туда поместить? Так, бросить. Вот так. Совпадает с предыдущими убийствами. Да, совпадает. Вот это, кстати, я не помню. В тех, по-моему, ничего-то про это не было написано. А вот сердце, да. Что ты хукаешь мне? Что ты хукаешь? Говорю, цепляй. Не хочет. А, вот так, да? Убийцу спугнули. Сердце вынули из грудной клетки, запястья связаны. Почерк совпадает с другими убийствами. Но в этот раз убийство оставил ремни, да, и сердце. В этот раз больше улик. С учетом этого мы можем уже... Так, улики помогли найти ответ на открытые вопросы, разблокировали умозаключение. По мере расследования в целях будут появляться новые вопросы. Чтобы увидеть изменения в целях. Ctrl. Разузнать о жертве, разузнать об убийце. Вы можете рассматривать доску зацепок. Да, да, да. Так, жертва. И убийца. Откуда мы знаем, какой, откуда мы знаем, что это за убийца? Кто жертва? Кто убийца? Нужно больше улик. На столе много крови. Жертва скончалась здесь. Но это мне ничего не даст. Это не даст мне никакого ответа. Здесь побывало несколько человек. Вот, это уже может быть ближе к делу. Все-таки следы. Кто-то пил пиво. Они провели здесь некоторое время. Кто-то бежал в спешке. Сбил штатив. Штатив? На нем была установлена камера. Так, что-то мне это пока мало что дает, кроме следов. В принципе, насчет пива, это же можно пощупать отпечатки, наверное, да?
Да. Мне надо кое-что проверить. Я сейчас вернусь. Кукла из прутиков. Так, это уже культ какой-то. Все, мы уже видим, что это какой-то культ. Ни хрена себе тут вечеринка у них была, посмотри. Вечеринка у Денчика дома. Так, стоп, это что такое? Значки какие-то кругом. Hey there, Mr. Deer. Привет, мистер Олень. You remind me of a dream. Ты напомнил мне об одном сне. Тебе заняться больше нечем? С башкой Олень разговаривать. ФБР, вот они как работают, да? Надо бы как-то так, чтобы ничего тут не упустить. В кого стрелять-то? В деревья? Блин, да мало ли, вдруг тут кто-то может появиться. Или ты хочешь сказать, что если врагов не будет, то она пушку вообще доставать не будет? Будет только тогда, когда кто-то появляться будет? Тогда пускай сама достает. Я тогда тут зачем? Говорят, что озеро это кальдера, то есть образовалось оно на месте извержения вулкана или выжженной потоком лавы трещине. Но что если это не так? Что если это творение не природы, а рук человека? И не просто для красоты? Я думаю, что вулкан тут ни при чем. Его создали и создали с определенной целью. Озеро — это тайник под водной гладью, скрытый секретный механизм, который только и ждет, когда нажмут кнопку. А люди с кнопкой, они в этом большом доме готовят не пойми к чему. Понятно. Кальдера — это не тот самый... мощный вулкан, который был взрыв, который прям аж провалился под землю. Разрушился. Запутался? Выполни следующие шаги. Помой руки, достань курицу из морозилки, поспи. Чё? Ой, прекрасно, вообще замечательно. Сейчас, вот прямо сейчас замечательно. Эй, так, а я работой занимаюсь, слышь, интересно, говорит, что внутри. Надо осмотреться, чтобы попробовать открыть. Да ладно. А, подожди, серьёзно? А, все. Ох ты, ёлки-палки, Денчик. Помой руки, достань курицу и поспи. Поспи? Да. Так, помой руки, достань курицу. Где раковина? Эй! Вот же. Тут разве не должно быть знака никакого? Хм. Может быть, где-то в другом месте? Может быть, тут надо помыть руки? Вот он. Короче, первый знак — это два треугольника вверх-вниз. Ну не так же. Во! Фух. Какой я молодец. Без помощи малинки. Вот. Все справился. Если ты не един с деревьями, руки прочь. Я вообще с деревьями один в один. Семен Семенович, молодец, малинка. Вот так всегда.
Так, ладно, поехали цеплять картинки. Что мы тут имеем? Жертва. Жертва на будущее. На будущее? На какое будущее? Обильные брызги крови на столе. Какой уби... Чё ты зацепил? Да в смысле? Как убрать? Зачем ты это сделал? Это сюда надо было. Вот, убийца. Судя по следам, убийц было несколько. Такая себе вечеринка. А, ну да. Так, разузнать о жертве, разузнать об убийце. Пойдем дальше искать. Идем вообще к Максу подойдем, наверное. Мы знаешь, где с тобой еще? Мы же по магазину особо не пошарились. Вот же магазин. Говорит, добро пожаловать назад, Андерсон. Слышь, стоит ФБРовец. Никакой помощи, Макс. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. Я подожду здесь, говорит. Locked. Закрыто, здесь там посетителям не рады. Нечем открыть. Нам лом, наверное, какой-нибудь нужен. Надо в магазин пойти зайти, пошариться там, посмотреть, что там есть. Вы опознали жертву? Ее звали Роберт. Yes, you probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Мы, короче, потратили кучу времени только потому, что я затупил. So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state, but yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the... Что случилось, признавайся? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he... Не затупил, а захотел поиграть так, чтобы никто не мешал. Я просто хотел с вами пообщаться. But no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Так, жертва. Поговорить с кем-нибудь еще. Макс Пейн тоже знал. Роберт Найтингейл, экс-ФБИ, came to Bright Falls. Предумышленное убийство или нет, да? Так, рядом штатив. Ну, слушай, они вместе тусили там, получается. Они его там ждали или просто вместе гуляли, и так получилось. Преступник хотел, чтобы убийство произошло здесь, но он все подготовил и просто ждал. Он ждал его. Но почему именно Найтингейл? Он 13 лет считался пропавшим. Почему здесь? Почему сейчас? Profiling.
оставить досье. Понять, как думает подозреваемый. Увидеть все его глазами, почувствовать то же, что и он. Использовать все свои знания, чтобы интуиция подсказала мне решение. И я увижу. У меня откроется третий глаз. Использовать досье в обители разума Саги, чтобы проследить хоть мысли, ход мысли подозреваемых и жертв. Отсутствовал 13 лет. Как он здесь очутился? Вышел из озера, потом его убили. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Его воспринимали как не как жертву, а как контейнер какой-то. Поэтому у него грудиночку-то и вырезали, наверное. Только ничего, что туда-то не поместили. Он пришел с озера. Но, блин, почему он оказался на озере, лежащем в грязи голой жопой. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Очередное послание. Так, найденный рядом с кемпингом ланчбокс. Нет? Черт побери. Детективная игра какая-то, слушай. Эта кружка всегда улучшает мне настроение. Набухался, пошел грязные ванны принимать. Озеро как-то связано с ним. Кейси, давай осмотримся возле озера. Веди. Да, нам верно, нам сюда. Ага. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night. Possibly nude. The killers knew he was here. Ambushed him. Dragged him to the campgrounds. Strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Да, премию себе потом заберет. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me the creeps. You need to get out more. Тебе надо почаще выбираться, говорит. It is kind of creepy, though.
Опачки. Следы. Босые. They come out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. На земле лист бумаги. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Mm-hmm. Like a manuscript. Page of a story. Manuscript. Рукопись. Рукопись. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. The words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept? Even if they knew it would end up hurting them. Someone's been watching us. Кто-то следит за нами. Играет с нами в извращенную игру. Ты был прав. Это действительно по моей части. Either he dropped this page, or the killers left it for us. Так, а где они? Жертвой был их коллега, специальный агент ФБР Роберт Нейтингейл. Пропал в этих местах 13 лет назад. Это он 13 лет голожопым тут валялся, бедный мужик. А ты говоришь, набухался, пошел мыться. Долго бухал. В запое был, чувак. Теперь он внезапно объявился и сразу погиб во время жестокого кровавого ритуала, прямо в день их прибытия. А еще они нашли страницу, эту страницу. Первую страницу, но не последнюю. Первый шажок на пути в кошмарные глубины, сокровенные тайны на краю бездны. Эти слова воспринимались как послание, были посланием. Кто-то знал, что они здесь, что они делают, кто-то затеял с ними игру, давал им подсказки, приглашал куда-то. Как тут устоишь? Им нахально предложили разгадать неразрешимую тайну, даже если они знали, что в ходе игры неминуемо пострадают, а отказаться было невозможно. Где-то тут в досье что-то еще есть. В лесу мы нашли страницу. Художественный рассказ. You must dig it out. Something was put inside him, in his chest. В тело что-то засунули, в грудную клетку. Надо выяснить, что это. Пойдем ковырять у него грудную клетку? Так, Макс, пошли. Показывай дорогу. Как мы сюда? Чего ты стоишь-то? Максик. Вы зашли в тупик или не знаете, что делать дальше? Загляните в обитель разума. И что? Что мне это даст? Ну, типа, я тут поковыряюсь и примерно вспомню, что было, на чем я остановился. То есть, если ты не поиграл какое-то время, ты, блин, что делать, где, что, как, ничего. Зашел сюда, поковырял, посмотрел все эти досье, понял, что... вы вернулись. Отлично. Надеюсь, вы не вляпались в лужу. Так, подожди, так а что нам с ним делать? Чувак, давай-ка у него ковырнем там что.
дела. Так. Куда пропала жертва? Поехали дальше. След остыл. Думаю, он вышел из озера, но рисунок следов как-то какой-то странный. Вот, внутри что скрывается? Нужно как следует обследовать тело в городе. Что? Ну типа забрать тело и обследовать его в городе? Думаю, я выяснила, что могла. Нужно провести осмотр тела. Кто знает, что ждет меня внутри? Кейси, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Deputy. Помощник шерифа, тело нужно как можно скорее доставить в город для должного досмотра. А, конечно! Но коронера в городе не будет до окончания дня. Я проведу сама. To the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Есть обходной ключ, спасибо. Так, а кто нам его заберет? Let's get the car. Drive to Bright. Поехали в кар, говорит, за машиной, в смысле, пойдем. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Там умеренный мусорный климат, считаю. Вот черт побери, меня только читать. Вот я еще вас спрашиваю, говорю, вам как, читать субтитры, озвучивать игру или сами будете читать? Я тут начитаю, чувствую. Вернуться в машину. Что? А, типа надо выбрать ключ. Не, я был бы не против, чтобы у нас зима была заснеженной. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Чатик, а что вы тут без меня делали? А ну-ка быстренько рассказывайте. У меня вот не было 2 недели, я понятия не имею, что куда. Вы тут во что-то играли? Есть какие-то интересные игры, на которые стоило бы потом обратить внимание? Что вкусненького находили и что вкусненького играли? Еще один ланчбокс. О, отлично. Ты не одна. Сколько там было? Уже 5. А по-моему, там минималка что-то 10-13, да? 12. Больше пуль. Еще раз в голову. При быстром попадании врагу в голову 2 раза подряд оглушение будет длиться дольше. Ну, в общем, надо собирать. То есть тут надо не просто идти, а надо прям идти. Осматривать все как положено. Fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera to record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Ну да, типа вытащили и не забрали. Реально что-то хотели этим сказать?
Макс, показывай, где она там. Где машина? А может, стоит туда сходить посмотреть? Вдруг ланчбокс какой-то тоже будет валяться. Ага, понятно. Не будет. А вот мы, говорит, и на месте. Я за руль сажусь, мне это нравится. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. Угу. Сейчас, секундочку. Закусочная прямо на берегу. Слушай, нормальный город, сейчас погуляем. Я, говорит, чувствую кофе. Запах. Да блин, где она? А, вот. О, прошу прощения, забендил себе, чтобы быстрее себя включать, отключать, а тут геморройно, пока найдешь, куда клацнуть. Так, что они сказали? Слушай, тут нормально так вообще, мне нравится. А то мы то в лесу, да в лесу. Сколько ты сегодня, говорит, выпил кофе? Меня тоже не было 2 недели, ездила в гости, там некогда было смотреть. А, так и нечего было смотреть. Меня тоже не было 2 недели. Не, я думал, может быть, вы играли во что-нибудь, пока меня не было, там, знаете, какие-то новинки там интересные. Да, я угадаю, вы из ФБР. Добро пожаловать, Брайт Фоллс. Мы вам рады. Принес он кофе. Дай кофе-то. Эй, что ты отказываешься? Тим Брейкер. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Лицо у шерифа очень знакомое. Как будто бы я такого актера где-то видел. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, no, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. Новинок толком не было, а, понял. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Missing person cases spiked around 2010. The fence was built just after. Yeah, that's exactly right. А где сам бармен? Хозяин кафетерии, я бы его, наверное, сперва допросил. А потом уже остальных. Так, подожди, а тут как бы не особо кто-то хочет со мной даже разговаривать. Здрасте. Hey, how are you doing? А, нормально, спасибо. Здравствуйте. Кто там?
Кто меня дразнит? Excuse me. Прошу прощения, я агент Сага Андерсон. Вы букеры? Да. Я Тэмми, это Эд. Здрасте. Можно спросить, на чем-то обвиняют? Если не, мы лучше вернулись в гостиницу, попробовали забыть, что увидели. Приняли бы ванну, похрапели бы в подушку и все такое. What were you doing at Colgin late last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, cult of the tree. The cult of the tree. Cult of the tree. Oh, and then we found a... The whole thing was terrifying. That's all. Культ древа. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is two triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. Они не соврали. Вы что-то нашли там, правда? Может, амулет, который обратили оккультисты? Спасибо. Вы очень нам помогли. Like we'd even dream of missing dear fellow. Oh god. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Ёб вашу мать! Блядь! Ку-ку. Но успокоительная. Чё это было? Ку-ку. Но успокоительный, фэмили. Дай бог вам здоровья. Ой. Спасибо огромнейшее.
Спасибо большое за такую колоссальнейшую поддержку. И... Фу, я чуть не обосрался. Капец какой-то. Фух. Жесть, у меня руки, ноги, пятки, ладоньки. Все помокрело. Фух, спасибо большое. Я чуть не сгорел. В смысле, ну не полопался от страха. Фух-ху-ху-ху-ху-ху-ху. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. Я это специально вырезать не буду и закину на YouTube. Ну, я стрим-то подрежу ребятам, чтобы покороче посмотреть. Но вот это вырезать не буду. YouTube, чтобы вы тоже обкакались. Потому что надо сюда к нам приходить, а не там сидеть, понимаешь? Я первый раз увидел, как у Дэна бейсболка подпрыгнула. У меня не только бейсболка подпрыгнула, у меня все подпрыгнуло, что может, даже волосы вон дыбом встали. Если что. Тебе валерьяночки на кап... Там уже не поможет, там уже врача надо вызывать. Donation Alerts. Присылают, короче, полезные программы для стримеров. Нахрена? Вот смотри, вот они знаешь, кого мне напоминают? Разработчиков Days Standalone. Они делают всякие вот... Мы вам то, мы вам это. Вот сейчас мне новости прислали. Нахрен мне ваши новости, козлы, когда я жду, когда вы мне деньги выведете. За квартиру заплатить надо, и они там висят, эти бабки. Я их забрать не могу, блин. Хозяйка скоро прибьет. Надо хозяйке сдать их адрес, пускай идет их там раздалбывать идиотов, которые работать не хотят. A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. Блин, башка заболела. Alabama with bigger trees. This is my case now. And no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. Got it. Спасибо, Сага. Пойдем посмотрим. А, кстати, я знаю, что хотел посмотреть. А как? Во. А, я думал, я амулет взял, сейчас куда-нибудь засуну и буду, будет все хорошо. Нет, так не получится, да? Давай тогда попробуем. Куда? В доску зацепа куда-нибудь засунуть? Дела. Что у нас тут есть? Портрет убийцы. Мы имеем дело с организованной группой убийц, а не с серийным убийцей-одиночкой. Да, это мы уже тоже поняли. Если я соберусь уничтожить культ дерева, надо узнать о нем побольше. Так, еще одно у нас новое дело продолжается, да? Ну, поехали тогда раскладывать все это дело. Что, не? А, вот так же. Так, цель культа. Что за культ? Кто в него входит? Символ культа. Не? Ну, пускай так. Психология.
Второстепенные дела помогут вам собрать улики для решения серьезных насущных вопросов. Слушайте, мне кажется, эта игра вообще надолго будет. Их схроны теперь еще. Мы будем рассматривать их схроны, их цели, их вот это... Короче, про них будем все. Что это у нас такое? Схрон. Это тот, который мы тогда вскрыли, да? И последний у нас еще здесь. Опять же, еще один вот такой вот чемодан. Set. My guys have Nightingale at the morgue. If you're ready to go, take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. Мы им дело с культом дерева. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Короче, еще одни какие-то фанатики. Когда мы труп будем щупать? А, я не знаю. Мы же его только привезли в город, Малиночка. И пока тут допросишь, там допросишь. Малинке интересно голый зад пощупать. Точнее, посмотреть, как кто-то щупает. Что вам известно об этой самой, про Роуз? Остывший зад. She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Но он и так из болота вылез, так что он и так был остывший у него. Hey, boss. Corpse is downstairs, ready to go. Труп в подвале, говорит, можно уже приступить. О, мы взяли, кстати, карту. Теперь у нас еще карта будет этого города, правильно? Новые реплики, смотри. Управление шерифа. А, так это подожди, это там, где мы были? Центр города. Надо бы пометки какие-то ставить на карте. Тут, надеюсь, они будут в будущем. Ну так что, мне ждать или мы пойдем? Вы взяли, говорит, не того. Это еще за Джеки Чан тут? Ты откуда здесь? Тебе помочь? Конечно, верю. Хорошо, что тут нет зомби, а то потом гонять за трупом, чтобы пощупать его. Да ну, не говори. It doesn't budge. Hey. Чё ты эйкаешь? А, вот они уже тут стоят. Я не в ту комнату пошла. So we share a morgue with the funeral home next. Морг у нас общий. Бюджет скромный. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns and he's away this week, but you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same.
He's joking. Правду говорить будешь? Куда мужика спрятала? I can't force it open. Okay. Let's take a look at outpatient. Взглянем на него. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give? The body shows signs of being. Тело было погружено в воду уже после смерти. It doesn't add up. Что-то здесь не сходится. В воду? А потом вытащили на стол, что ли? This looks like text. Похоже на текст. A tattoo? Татуировка? Но он не похож на любителя татуировок, согласен. Он больше на дальнобойщика похож. На телераны. Ну давайте при сюда взглянем. Опа! Вроде что-то оставили. Здесь что-то написано. Прямо на сердце что-то написали. Не могу разобрать. Написано? Как они умудрились? Так, подожди, если там что-то есть, может быть взять щипцами попробовать как-то достать, не? Ну поехали, посмотрим. Пора узнать, что может рассказать тело. Так, что может оно нам рассказать? Что можно узнать, осмотрев тело? Ну, во-первых, мы сразу хотели узнать вот это. Причина смерти. Грудная клетка вскрыта изнутри. Что? Внутри что-то виднеется. Вот. А что виднеется? Находится какой-то предмет. В смысле, а какой? Нет? А, ну в смысле, да, там. Там уже потом посмотрим, что там. Ритуальная надпись. Убийца оставил надпись на сердце. Как? Не могу разобрать слова. Плохо. Что? Гу? Это что, сюда все не подходит, что ли? Это к причине смерти идет. Он сопротивлялся, пока его не усмирили. А, ну текст, опять же текст. Текст сюда у нас идет, да. Текст смазан, выглядит отзеркаленным. Надпись, вероятно, нанесена уже потом. Вздутие. В груди находится какой-то предмет. Его оставили убийцы? Нет, блядь, в смысле, он сам себе это засунул. Заныкать что-то хотел. Давай доставать. Олег, блин. Опять какая-то рукопись, что ли? Похоже на страницу, которую мы видели на озере. Nightingale hunted saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Это и правда актер реальный актер, и плюс он еще в игре Quantum Break, по-моему, был.
какого хрена, говорит? Постарайтесь оставаться на свету, чтобы враги вас не заметили. В смысле? А у меня ни пистолета, ни фонарика, у меня никого нет? Подожди, ну я же на свету он меня не видит. Убежище восстанавливает часть здоровья. Если вы покинете убежище или будете атакованы из него во время боя, оно на время станет недоступно. Атаковать. Нужно бежать скорее. Сейчас. О-хо-хо! Это... А... За что? Да ты издеваешься. А можно пропустить? А вот, слава богу. Перчик у него маленький, реакция «Будь здоров» какая. Да какие нау? Я тебе дам сейчас. А, ты имеешь в виду просто валить отсюда сюда? Я думал, а чипичку там взять. Он исчез? Конец главы. Ну что, ребята, давайте, наверное, на этом закончим с вами первый такой быстрый смотр. Я думаю, есть смысл завтра продолжить. Как вы думаете? Я думаю, завтра будет гораздо все веселее, будет интересней, будет экшонистей и жестче, чем сегодня. Сегодня это было типа вступление. Сегодня это было типа вступление такого, знаете, как раскочегаривание. Пока я вернулся с двухнедельного, так сказать, отпуска, пока игра раскочегаривалась, пока мы там, я там тупил, пока мы с вами общались, вот. А завтра, я думаю, начнется вот уже вот такое вот интересное, а не какие-то тут призраки, демоны, потусторонние миры и все такое. Мне кажется, будет очень интересно. Спасибо всем и каждому, кто меня не забыл, кто пришел, кто приходит сюда.
где бы я ни был, так сказать, Twitch, не Twitch, и вы ко мне приходите. Спасибо всем, кто сегодня поддерживал. У нас был Family, Енотик и Саток. Спасибо вам, ребят, огромнейшее. И увидимся с вами уже завтра. Берегите себя. Дай бог вам здоровья. Всего хорошего. Всех обнял. И до свидания.